«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Вас приветствует программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. И Николай Сванидзе отвечает на мои и на ваши вопросы, уважаемые друзья. Неожиданное у нас будет начало для разговора. Николай, здрасте. Добрый вечер. Сегодня обнародован очередной рейтинг доверия Владимиру Путину. 81% граждан доверяют Владимиру Путину и поддерживают политику, которую он проводит. Это по результатам исследований Левада-центр. Казалось бы, что тут особенного? Мы без конца получаем подобного рода цифры, которые только растут, растут, все выше, выше и выше. Но просто когда одновременно ты получаешь из Думы новости, что одобрено во втором чтении очередной запретительный законопроект, который приравнивает автопробеги к митингам, да, и прочее, прочее. Вот скажи мне, пожалуйста, как это одно с другим связывается? Зачем все запрещать, когда и так все хорошо? Ну, здесь я бы немножко по-другому сконструировал эту геометрию твоего вопроса, построил бы, потому что здесь парадоксально не то, что очень высокий рейтинг президента Путина сочетается с запретительными законопроектами, которые проходят через Думу, а парадоксально то, что это сочетается с ухудшением, уже заметным подавляющей части наших сограждан уровня жизни. Вот это парадоксально. Это да, что одновременно уровень жизни идет вниз, и это уже настолько заметно идет, что это уже на это трудно не обратить внимания. А рейтинг президента, ну, не растет, но, во всяком случае, не опускается, не снижается. Вот это действительно парадокс, хотя он тоже имеет свои вполне очевидные объяснения, потому что людям надо во что-то верить. И в нашей ситуации, когда многое рушится, верят в две вещи, по сути своей. Верят в величие и в качество правления царя, который выручит, который спасет. Несмотря ни на что. И верят в то, что все беды и невзгоды происходят из-за происков врагов. В основном врагов внешних, но и внутренних, которые тоже пляшут под их дудку. Ну, вот я тебе скажу честно, что остальных ветвей власти не так все хорошо, как у Владимира Путина. Да. Это все-таки, наверное... Нет, это именно в царя верят. Да, да, конечно. Да, да. Потому что тут же вот в этом опросе, просто ради интереса, вот обрати внимание, остальное как бы так все в тифти, что называется. Медведев 58%, недовольны 41%. В качестве именно представителя правительства, как ты понимаешь, да? Правительство... довольны 51%, недовольны 47%. Дума одобряет 45%, не одобряет 54%. Но здесь есть еще один фактор, помимо того, о котором уже я только что доложил общественности. Значит, да. Это фактор, связанный с количеством и качеством пропаганды. Единственная фигура у нас, которая выведена за скобки любой критики, о которой можно говорить только либо хорошая, либо исключительно хорошая, это президент. То есть это фигура, которую можно только хвалить, восторгаться, восхищаться, все. И, естественно, это когда это льется из всех электрических приборов в течение уже достаточно продолжительного времени, конечно, это производит впечатление на людей. Но и сейчас это, в общем, единственное, как было сказано одним из наших начальников, крюк, да, что страна повисла, помнишь, страна повисла на чекистском крюке, он сказал. Вот сейчас страна висит на крюке под названием рейтинг президента, потому что больше цепляться-то не за что, институты не работают, и непопулярны в основном, достаточно популярна армия, популярна церковь, но далеко-то на них не уедешь, в общем, армия, она не строит, она воюет, церковь тоже. Она вдохновляет, конечно, и духа поднимает, но тоже с ней экономику не построишь. Значит, речь идет только об одной институт, он же фигура, он же персонаж. Это президент Путин Владимир Владимирович. Все. Вот это позитивная вера, и негативная, я повторяю, в то, что нам вредят, гадят и так далее люди в основном из-за океана, а все остальные танцуют под их барабан. Ну, мы про это еще поговорим, про внешних врагов. И это, кстати, создает достаточно стройную, такую вертикально образованную картину мира, которая помогает выжить.
Ну, тут все-таки надо, как мне кажется, достаточно условно все эти цифры воспринимать, поскольку мы давно уже это обсуждаем, эту тему, что за последние уж точно 5-10 лет потихонечку наша социологическая наука превращается в социологию, как продажную девку империализма. Это само собой. При таком строе, ну, невозможно. Это само собой. И социология, и социология, и... И то, как люди отвечают на вопросы, чем жестче общество, чем свирепее атмосфера, тем, естественно, лживее ответы на вопросы. Но, тем не менее, мы же с тобой тоже не на облаке живем, мы разговариваем с людьми, и я лично могу с полной уверенностью сказать, что, не знаю, 81% или 71%, но что процент доверия Путину высокий, это несомненно. Еще к тому, что я уже упомянула, то, что интересен именно твой комментарий, то, что касается автопробегов и пикетов. Автопробег – демонстрация, палатка в общественном месте – пикетирование. То есть, из всего, что, в принципе, разрешено сегодня, к сегодняшнему моменту, без уведомления, это одиночный пикет. Вот с ним пока еще можно выйти. Да? И то, если захотят скрутить, то скрутят, и мы не раз это видели. Я, честно говоря, не понимаю, что там еще, чего они еще боятся. Ну, и так уже все понятно. Что там еще? Нет, ну вот на, ну... Где они находят какие-то причины для таких звериных ужесточений? Нет, зачем? Нет, это общая логика поведения сейчас. Это общая логика поведения власти, потому что мы в такой политической, экономической полуизоляции. Социальных бунтов боятся? А? Социальных бунтов боятся? Не то, что боятся, хотя, конечно, держат это в голове. Но, повторяю еще раз, здесь это в значительной степени иррационально. Что мы отвечаем общим запретительством, общим ограничением. Ведь заметь, если несколько лет назад там проповедовали стабильность, подъем уровня жизни, теперь проповедуют самоограничение. Теперь проповедуют... Аскетизм. Да, аскезу. Практически аскезу. Практически аскезу. Мясо вредно. Практически аскезу, да. Когда люди, унизанные бриллиантами и лениво возлежащие на задних сиденьях там, очень дорогих автомобилей, они проповедуют аскезу. С собачками их жены, да. Они проповедуют аскезу. И это, кстати, воспринимается, потому что, ну как же, надо сплотиться, надо терпеть, надо переждать года два, как нам сказано, года два. И для этого нужно, если мы любим родину, нужно как-то проделать лишнюю дырочку в своем ремне поясном. Ну, еще, опять же, на этой теме останавливаясь, тут еще одна странность, это в новостях наших прозвучало, я тоже не могу это не учитывать. Агентство Bloomberg оценило вероятность массовых протестов в России в ближайшее время в 30%. Мне кажется, это достаточно большая цифра нашего вялого общества. Это большая цифра, хотя вот специалисты, которые серьезно этим занимаются, они скорее утверждают, что у нас сейчас... Общество настроено депрессивно, нежели бунтарски. Но здесь никто не говорит о том, что может быть завтра, послезавтра и так далее. Ну, там есть еще все-таки 16-й год, это осень, это грядущие выборы. И о том, как готовится власть к выборам, уже и сегодня можно поговорить. Поговорим сегодня обязательно. Через пару минут вернемся в студию. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь ведущая Ксения Ларина и ваш эксперт Николай Сванидзе. Завтра, 27 числа, исполняется год со дня убийства Бориса Немцова. Год без Немцова для тебя какой? Ну, вот эта вот формула сталинская, что незаменимых нет, она абсолютно ложная. Есть незаменимые люди, и, конечно, Борис Немцов, он незаменимый человек. Вот за последние годы ушли какие-то люди, которых невозможно, с одной стороны, представить себе сегодня, а с другой стороны, если бы они были сегодня... Атмосфера была бы другой. Вот это, скажем, Егор Тимурович Гайдар. Это Борис Ефимович Немцов. Один
Умер сам, хотя... Тоже вопрос. Тоже большой вопрос, да. Вот. А второго просто убили. Демонстративно. Вот представим себе сейчас, что в нашем политическом пространстве были бы эти два человека. Другое было пространство. Точно так же, как там, скажем, если в нашем культурном пространстве был бы там, скажем, Лихачев Дмитрий Сергеевич. Ну, все другое. Борис Немцов, я считаю, что смерть его, вот эта трагическая гибель, она не укрупнила его фигуру, а она придала ей адекватный масштаб. Потому что он при жизни многими недооценивался вследствие внешнего рисунка своего поведения. Он был такой немножко мальчиковатый, что производило впечатление иногда инфантильности, ложное совершенно. И легкомысленности, тоже абсолютно ложное. Очень серьезный, очень смелый, порядочный и умный человек. Очень ответственный человек. Очень вменяемый человек. Масштабный человек, масштабный политик, государственный деятель. Конечно, совершенно колоссальная потеря. Он, по сути, он боролся против того, что после его гибели еще больше расцветает пышным цветом. Инакомыслие – это измена. Критика – это преступление. Вот против чего боролся Немцов, и, по-видимому, все-таки за это он был убит. Конечно, это политическое убийство, несомненно. Вся эта чушь собачья насчет там, того, что как какому-то водителю не понравилось какое-то его высказывание на религиозную тему, это, конечно, полная совершенно фигня. Низовой состав, то, что это исполнитель, я думаю, что здесь сомнений да. быть не может. Конечно, конечно, это политическое убийство. Конечно, оно было совершено, разумеется, с целью произвести положительное впечатление на высокое начальство. Высокое начальство, как я понимаю, впечатлено не было, а было этим очень разгневано. Но, тем не менее, те, кто заказал это убийство непосредственно, они наказаны не были и не будут, судя по всему. А что же высокое начальство, если оно в таком бешенстве было и в гневе? Почему же оно не настаивает на том, чтобы дело было раскрыто по-настоящему? А потому что соотношение сил таково, что, по-видимому, высокое начальство считает за благо эту тему не форсировать. Так оно же вроде как бы и гневалось. Ну, гневалось. Но называло это преступление. Гневалось и гневалось, но оно же гневалось не в отношении кого-то конкретного персонала. Требовало раскрыть. Ну, требовало раскрыть. А сегодня оно выступает на коллегии ФСБ и ни словом не упоминает это событие. Требовало это раскрыть. Преступление. Ну, тем не менее. Они там цифрами друг друга катают. Ну, слушай, но когда требуют, гордятся. Когда требуют там довести там до конца или бороться с коррупцией. Ну и что? Вот я сейчас буду стучать кулаком и говорить, что мы коррупцией просто мы ей покажем. Ну, это что значит, что мы ее победим, что ли? Да нет, конечно. Это значит, что с коррупцией будут бороться те же коррупционеры, и, естественно, сами себя они не победят, собственный хвост они грызть не будут, собственную ногу. Поэтому это все слова, которые всегда имеют место в политике. Гнев был, я думаю, натуральный, потому что буквально у него под носом на... только что не на Красной площади, грохнули бывшего первого вице-премьера правительства Российской Федерации. Ну, это, в общем, я бы сказал, тоже вызов. Ну, а где же вся эта легенда про то, что он невероятно самолюбив, что для него это вот пацан сказал, пацан сделал, без конца я слышу эти рассказы про его самолюбие. Если он сказал, что, если он был разгневан, сказал найти и наказать, то что же сейчас-то его нагибают? Ну, ничего, он это терпит, получается, что его обманывают. Мы с тобой, чтобы вся страна знает, кто убил, а он не знает. Вся страна не знает конкретно, кто убил. Подозревают, что идет ниточка достаточно высоко в пределы одной из наших Кавказских республик, так мы скажем, да? Ясно, какая республика имеется в виду, ясно, что достаточно высоко эта ниточка может идти. Но дело в том, что человек, которого мы сейчас с тобой обсуждаем, а это, разумеется, мы говорим о президенте Путине Владимире Владимировиче, да?
Правильно ведь я тебя понимаю? Я надеюсь, что мы поговорим об одном и том же человеке. Значит, мы уже обсуждали с тобой, что отношения его с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, а мы говорим еще и об этом человеке, они достаточно сложны, и я не исключаю, что сейчас просто у президента нет достаточного потенциала политического, силового, для того, чтобы поставить на место руководителя одного из субъектов Федерации, именно этого конкретного руководителя. Учитывая, что вся эта толпа схваченных на месте, практически на месте преступления подозреваемых в убийстве Бориса Немцова, исполнителей прежде всего, уже пошла в отказку, и вот буквально вот только мы в начале недели читали их показания, опубликованные в журнале New Times, признательные, а сегодня мы уже имеем отказ от этих показаний, и они все сваливают на человека, которого убили при задержании, это значит, что даже ничью голову на блюде обществу он не предоставит в качестве главного преступника, который опозорил его перед всем миром. Нет, в качестве главного преступника точно, потому что если даже будет предоставлена голова там водителя... А где даже водителя уже не считается, он уже в отказке. Ну, даже если будет, и даже если будет голова водителя, все равно это, конечно, не та голова, потому что человек, чтобы водитель нашел 15 миллионов и пошел за эти личные 15 миллионов, неизвестно откуда им взятые, убивать в центре Москвы человека, с которым он лично не знаком, это, конечно, нужно иметь большую фантазию, чтобы это себе представить. Вот, поэтому, конечно, совершенно очевидно, что это не так. Совершенно очевидно, что водитель мог быть исполнителем, и очень похоже, что он и был одним из исполнителей. Вот, а заказал-то человек значительно более высокого ранга. А весь этот год... но мы не узнаем, кто именно заказал, и мы этого человека на скамье подсудимых не увидим. В этом я уверен абсолютно. Весь этот год власть не только имитировала активное расследование этого преступления, но еще и активно боролась с памятью об убиенном политике. Все, чем занимались многие наши коллеги, и журналисты, и активисты, охраняли цветы на мосту и пытались совершенно тщетно установить хоть какую-то табличку в память о Борисе Немцове. Никто уже не говорит о том, что нужно переименовывать улицы, ставить памятники и бюсты. Хотя бы вот упоминание. Что боится? Почему? Почему так? Улицы будут названы. Страх. Улицы будут названы теперь, видимо, там в городе Вильнюсе. Даже в Киеве. Даже, может быть, в Киеве, может быть, в Варшаве, но не в Москве. Да. Ну, а что далеко ходить? Вот сегодня, пожалуйста, Государственная Дума Российской Федерации отказалась почтить вставание. Так она и тогда отказалась. И тогда отказалась. И тогда отказалась. И сейчас отказалась почтить вставанием память Бориса Немцова. На мой взгляд, абсолютно постыдное решение. Потому что даже если исходить не из соображений морального свойства, а исходить из соображений свойства цехового, корпоративного, он был ваш, ребята, он был руководителем, помимо всего прочего, он много кем был в нашей стране, он был еще руководителем фракции в Государственной Думе. Человека убили. Он не изменник Родины, не уголовный преступник. Он был депутатом законодательного собрания Ярославской Думы. Хорошо. Даже в данном случае бог с ней, с Ярославской Думой. Я повторю еще раз, он был руководителем фракции Государственной Думы Российской Федерации. Ну, хотя бы из уважения к себе, к собственному собранию законодательному. Ну, почтите вставанием своего убитого коллегу. Это же неуважение к себе. Это отсутствие собственного достоинства. Если сам себя кто-то не уважает, кто же его будет уважать? Мои соболезнования, уважаемые депутаты Государственной Думы. Перерыв небольшой, вернемся через несколько минут в студию. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь Ксения Ларина, ведущая, и Николай Сванидзе. Опять же, продолжая тему памяти о Борисе Немцове, завтра, в день, собственно, годовщины этого трагического события, будет марш памяти Бориса Немцова, шествие, которое начнется у Страстного бульвара и завершится на Сретенке, по-моему, да?
Я не помню, по-моему, да. Ну, в начале проспекта Сахарова, забыла точно, Тургеневской площади. По-моему, до площади Сахарова. До площади Сахарова, да. И тут еще важный момент. Очень многие наши слушатели и зрители, которые москвичи, которые собирались пойти завтра на эту акцию, выражали свою тревогу по поводу моста, Немцова моста, на который, конечно, многие захотели бы пойти и положить цветы. Так вот, судя по последней информации, мост будет доступен для всех, никаких кордонов там не предполагается. Во всяком случае, представители правоохранительных органов обещали, что любой желающий завтра может в любое время прийти к месту убийства Бориса Немцова. Ну, это очень разумно, очень разумно. И мой вопрос, естественно, к тебе. Пойдешь ли ты завтра на эту акцию? Я обязательно пойду. Я пойду в качестве наблюдателя от Совета по правам человека. Но если бы я не пошел в этом качестве, я бы пошел просто как гражданин Российской Федерации и как человек, который знал Бориса Немцова лично. Еще одна тема, так или иначе связанная с Борисом Немцовым, это тема его соратников, которые, собственно, продолжают то, чему он свою жизнь посвятил и чему он отдал свою жизнь. Доклад «Угроза национальной безопасности», посвященный лично Рамзану Кадырову, был представлен на этой неделе Ильей Яшиным и его командой, которые, собственно, этот доклад собирали. Твое отношение к этому документу, насколько тебе кажется, какое он имеет значение вообще, символическое или какое-то конкретное, связанное с информационными какими-то открытиями, которые тебе лично до этого не были известны. Ты с ним ознакомился? Да, с ним ознакомился, конечно. Ну, сейчас сложно сказать, что мне не было известно. Пожалуй, что так в основном-то все. Там какие-то конкретные цифры по деньгам, которые получает Чеченская Республика из федерального центра. Я просто не следил именно за цифрами. Это достаточно интересно. Конкретика по силовым структурам, которые подчинены лично Рамзану Кадырову. Вот, конкретика по вот его личному фонду. Это все можно, в принципе, где-то найти при желании, но в данном случае заслуга Ильяшина в том, что он это все собрал воедино, организовал, дисциплинировал эту информацию. Она достаточно лаконична, он не растекается здесь. Он это представил очень в таком компактном и организованном виде, за что ему честь и хвала, как ему честь и хвала и за смелость, несомненно. Потому что вообще сейчас, назовем вещи своими именами, противостояние Рамзану Ахматовичу Кадырову любое, на любом уровне, если только ты не президент Путин, оно требует очень большой личной смелости. Потому что Рамзан Кадыров человек опасный. Помимо всего прочего, он человек очень опасный. И он человек очень конкретный. И поэтому для того, чтобы ему противостоять, нужно иметь стержень. Он у Ильи Яшина, несомненно, есть. Я думаю, что здесь... Значение этого документа. Я думаю, что здесь еще способствует ему и тот факт, что он все-таки был личным другом и соратником Бориса Немцова, и в данном случае, по-видимому, считает своим личным долгом, как я понимаю, я об этом не говорил с Яшиным, но я думаю, что он считает своим личным долгом раскапывать именно, копать именно это направление, именно эту тему. Ну, кстати, тут стоит напомнить, что и предыдущий доклад, которым занимался Борис Немцов, «Путин. Война», речь шла об участии российских военнослужащих, российских войск, российских вооруженных сил в украинском конфликте. Вот этот доклад как раз завершал собственно, Илья, да, он его тоже представлял, когда... Я все-таки хочу этот вопрос повторить, вот как бы, если можно сформулировать, в чем все-таки значение этого документа для общества, как тебе кажется? Ну, я не знаю, в чем его значение. Здесь у этого документа есть еще одна составляющая, на мой взгляд, о ней, по-моему, уже шла речь. И это нисколько никак не роняет Яшина. Ни в моих глазах, ни в чьих-то еще... Не... Я объясню. Я не исключаю, что этот доклад, он в значительной степени еще и часть каких-то сложных очень отношений между различными
структурами и внутри России, силовыми и властными. Это вовсе не значит, что их волю или волю каких-то из этих структур в данном случае выполняет Илья Яшин. Но я не исключаю, что у него были значительно бы большие трудности с выступлением, с публикацией этого доклада, с презентацией этого доклада, если бы это не устраивало каких-то очень сильных людей. Потому что речь идет о том, что это все происходит еще в контексте противостояния между Кадыровым и федеральными, и большой группой, не всей, а большой группой федеральных силовиков. Потому что там, с одной стороны, в том же докладе называется господин Золотов, который вроде бы как покровительствует Кадырову, хотя сейчас он уже, Кадыров, достиг такого уровня, что ему может покровительствовать в нашей стране только один человек, по всей видимости. А с другой стороны, есть очень влиятельная, мощная группа федералов-силовиков, которые, конечно, спят и видят, как бы Кадырову тоже вцепиться в какое-нибудь место. Потому что не до расследования дела Немцова. То, что они не могут вообще влезть в Чечню, чтобы хоть как-то навести хотя бы в своем понимании порядок, в своем понимании. Потому что когда он их оттуда просто фактически вышвырнул, пригрозив открыть огонь, и хотя дал задний ход, но не был за это никак наказан, они же туда сунуться не могут, там же анклав. Чечня – это фактически такой силовой, политический и экономический в значительной степени анклав внутри Российской Федерации со своими законами, со своим культом своего вождя, совершенно самостоятельная структура. И, конечно, силовики, а у нас кроме силовиков никто вообще никакой власти не имеет в стране, силовики, у них руки-то чешутся. А при этом видят только да зуб не имет. И, конечно, простить этого Кадырова они тоже не могут. И в этом смысле, при любом их отношении к покойному Борису Немцову, которого они ненавидели, к Илье Яшину, которого они тоже, видимо, ненавидят, тем не менее, они в данном случае, может быть, и склонны ему что-то позволять, потому что речь идет о таком очень серьезном их оппоненте, как Рамзан Кадыров. Поэтому здесь очень сложная комбинация. Остается только добавить, что доклад в свободном доступе в сети, и вы можете с ним ознакомиться. Я, например, его прочитала целиком именно в интернете. По-моему, там все очень внятно изложено. И глава последняя, где Илья сформулирует, собственно говоря, главные вопросы в отношении Кадырова, да, к власти, к сегодняшней, и к нему в том числе, к Кадырову лично, я думаю, что очень точно. А по поводу силовиков, я хотела про это поговорить, потому что вот сегодня была коллегия ФСБ, где, собственно, подводили итог года, что называется, выступал Владимир Путин, сыпали там цифрами, и вот я сейчас тебе процитирую, о чем говорили, чтобы все-таки мы понимали, что нас ждет, исходя из этого, к чему готовится-то. Итак, иностранные спецслужбы наращивают активность. За год разоблачено более 400 шпионов, зарубежных шпионов. Поставить заслон на пути, это я все Путина цитирую, поставить заслон на пути к сведениям деятельности органов власти, военных объектов, предприятий ОПК, ТЭК, научных центров и прочее. Перекрыть доступ к информации по каналам связи. Пресечь деятельность тех, кто использует националистические радикальные лозунги на раскол общества. Пресечь внешние попытки вмешательства в ход выборов. К выборам готовятся наши недруги за бугром. Это что такое все значит? Объясни, пожалуйста. Это как бы краткая выжимка. Она очень такая впечатляющая. Ну, во-первых, ты не забудь, что это выступление не на заседании общества «Мемориал». Да? Прям скажем. Там, наверное, была бы другая лексика. Я думаю, и другие посылы. Но это же публичное, это же не тайное обращение. Публичное, конечно. Конечно, публичное. Это и для нас с тобой тоже получается, что так. Для нас с тобой, чтобы боялись. Вот. Чтобы трепетали враги, а для них это привычный им язык, который не нуждается в переводе, они сразу чувствуют, выступает родной человек. То есть, типа, хорошо работать, давайте так и дальше. Который понимает задачу, а для чего они еще существуют-то? Чтобы они развивали у нас высокие технологии, что ли? Нет. Нет, они существуют как раз совершенно для другого. То есть давите и дальше, ребята. Проблема в том, что как раз эти люди у нас занимаются всем, включая высокие технологии. И включая общество «Мемориал», которое они тоже курируют неустанно. Так что скоро оно уж тоже задохнется, по-видимому.
Вот, не дай бог, конечно, я тепло мне на язык здесь. Вот. Но проблема вся наша не в том, что он перед ними вот так выступает, а в том, что у нас фактически все наше руководство, львиная его часть, состоит из выходцев из этих структур, из людей с этой ментальностью, с этой биографией, с этими представлениями о жизни. Это люди, которые... Они не глупее других. У них другой ум. Но их ум заточен не на созидание. Их ум заточен на охранительство и на борьбу с врагами. Если врагов нет, их надо изобретать. Их надо находить. Потому что иначе зачем они существуют на свете? Вот когда такие люди нужны в каждом государстве, и такие структуры нужны, но когда эти структуры и эти люди заменяют собой все остальные, это беда, конечно. Подожди, чем должна заниматься Федеральная служба безопасности? Объясни мне, пожалуйста. В чем смысл ее? Федеральная служба безопасности должна обеспечивать безопасность нашей Родины. В принципе, гордиться, вот скажем, если они считают себя наследниками советской службы безопасности, там, скажем, КГБ, гордиться им нечем. Потому что КГБ... прошляпила Советский Союз. Ну, прошляпила, прям скажем. В смысле? Он мимо прошел. Ну, мимо прошел. И ушел в сторону моря. Все, нету его. Где он? Ты не видишь? Здесь нет студии его советского. Я не вижу, например. Нету. Нет Павла. Нету его, как говорилось в старом фильме советском. Вот. Кто прошляпил? КГБ. Они отвечали за безопасность. Нет, вот что теперь? Значит, теперь они точно так же, только с большей гораздо концентрацией. Потому что в руководстве Советского Союза они не составляли большинства. Все-таки руководила партия, а не КГБ. У партии были свои колоссальные тараканы. У КГБ свои тараканы, но просто они разные. А сейчас вот с очень высокой степенью концентрации они руководят фактически Россией. Как они ей руководят и до чего они руководятся, будем посмотреть. Мы должны заканчивать уже. Спасибо большое. Николай Сванидзе, Ксения Ларина. Напомню, что сегодня в программе 2016 Михаил Касьянов, и там подробнее будем говорить о Борисе Немцове и о ходе расследования.